Юрчик. Кто такой ходит? В общем, ребята, я вас редко о чем-то прошу. И я не собираю донатов, не прошу донатов. А у меня нет сейчас рекламных интеграций. Но все, что я вас хочу попросить, это подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Давайте добьем 100 тысяч подписчиков, да, Юрчик? Давайте добьем 100 тысяч подписчиков и подпишемся. Вот, и будет мое почтение. Вы очень этим самым поможете. Раз, два, раз, два, два, раз. Итак, я сегодня решил, вернее, мы с Павлом решили все-таки начать дайвинг. Хоть идет у нас время тайфунов, плохая погода. Но Павел уезжает уже в мае, ему надо уезжать. Он постоянно на лето уезжает в Россию. И хочет все-таки подавить. Вот, и нам надо вспомнить. А у меня больше года нет. По идее, вообще не имею права дайвить. Я только могу с дайв-мастером или с инструктором. Нужно восстановить типа навыки. Ну, по правилам. По правилам там организации дайверских. Ну, и, в принципе, Павел очень опытный тоже. И мы с ним сделаем инструкцию. Он хоть и не дайв-мастер, не инструктор, но мы сможем. Я быстро этому тоже все вспомню. Вот, он-то давил уже в Египте. А я нет еще. Ну и сейчас хотим просто вспомнить, без фанатизма подавить, сделаем пару дайвов. Вчера с Нави съездили с Юрчиком на пляж, и заодно я там померил оборудование, подобрал себе, вот, и сегодня его привезут. А вчера мы, наверное, ехали после пляжа в Кондеи, включили, потому что машина нагрелась, сильно горячо было, жарко внутри. И в итоге сопли у Юрчика появились, и у Нави тоже. У меня тоже немного нос заложен был. Надеюсь, я смогу продуваться. Ладно, посмотрим. Такой дождик у нас идет. Что Нави сегодня дома. Я пару подводных кадров сделаю. Ну, будет вода, наверное, мутная. Вчера на пляже мы были. Когда вот этот штормит, волны большие, вода мутная. Плохо очень видно. Что сегодня, думаю, то же самое будет. Что вряд ли какие-то интересные кадры выйдут. Посмотрим. Расход примерно 7 литров на 100 километров выходит. Вот долларов 10, да, на 100 литров. Фу, на 100 километров. Как оно, ничего? Да ничего. Hi. Hi. Morning. Morning. Не поднимешь. Один. Нормально? Да, сколько? Да вдвоем понеси. Сколько вы килограмм используете? Я взял 8, и для тебя пару килограммчиков на всякий случай. И сегодня я снорклил с утра. Слегка волны, поэтому в прибрежной части видимость не очень хорошо. А мы вчера плавали вообще очень плохо. Ну, видно. Ну, наверное, потому что близко, да? Песок. У нас сегодня с тобой, я взял буй. Мы с тобой отработаем наполнение буя и сворачивание буя. Я взял дополнительную маску. Мы с тобой снимем, оденем. А я в линзах. Ничего, не потеряю линзы. Ну, можешь, ну как бы вот ты должен четко. Во всяком случае, у меня есть запасная маска. Я взял шорты мои. И, не знаю, первое погружение, пойдем с камерой, все равно. А можно маленькую такую взять? Не, ну вот маленькую такую, а мою будем брать с бокса? Да нет, наверное. А на второе погружение ты возьмешь мою камеру тоже, да? Ну можно, да, так. Да, мы будем практиковаться сегодня, да. Вспоминать. Мы пройдемся, посмотрим наши места, в каком состоянии кораллы. Да, здесь, кстати, заповедник, поэтому билеты нужны. Сейчас. Да. Так, а у тебя как открывается? Сейчас, наверное, еще раз нажму. Кнопочку нажму.
Погодка такая себе, конечно. Так, значит, продолжаем пока. Отвечать 180. 100? Сейчас точно узнаем, сколько это. Сколько? Как это? Сколько в граммах? Это футы, да? Фунты. Фунты. Футы — это длина. Футы, нуты, лапти, нуты. Сегодня очень понадобится компас, потому что не айс особенно будет помогать компас. Вот он, пожалуйста, окошечко для просмотра, то есть его нужно правильно одеть. Даже книжка даже берете сама. Записную. А это вот смотри, мы как раз обозначим здесь, вот входить будем с берега, обозначим курс входа, обратный курс выхода будет, и когда пойдем направо будет курс, и возвращение курса. Ну, она вот снизу с диоптриями, а сверху нормальная, обыкновенная. Нам нет необходимости буй цеплять куда-то тоже на DCD. Ничего не мешает. Ну и опять же, когда мелкие какие-то мусоринки найдем на дне, можно положить в карман. Как правило, в кармане есть еще мешок для мусора. И перед выходом вытаскиваем. Ну что, готов? Одеваемся. Одеваемся, чтобы быть готовым к проверке. Очень знает. Так, пойду батарея, мне батарея сели. В общем, отдавили круто. Пойду это уберу, больше не буду снимать. Костя тут тайфуна как мусора раскидала. Так обычно чистый. Значит. В общем, отдавили хорошо. Уши не болели у меня, ноги не сводили, все нормально, комфортно было. Джекфрут. Необходимо час, чтобы лишний азот вышел из крови. Все, с Павлом там попрощались. Не люблю, когда песок везде. Так, Навик сказал, газ кончился у нас для готовки. Надо поесть, купить чем-нибудь курицу. Самонов, блин.
Cat or Nova? Yeah, cat. Yes. 40, sir? 40? Yeah. Пока-пока. У нас закончился газ для готовки, надо заказать. И мы поедем куда-нибудь позавтракать. А, прям уже тепло стало, погодка, видимо, налаживается. Юрчик машет. I'd like cappuccino. What about beauty? Говорит, Костя, Россия, это шаверма. 1 из 10 баллов. Пучино выглядит нам неплохо. Ау, класс. Сэндвич. Какое развлечение? Ты чё, Юрчик? Танцуешь? Раз мне, короче, я на 500 вес, ой, на 1000 заправился, у меня что-то быстро бензин кончился, ну и на показатель он не увеличился, а заправляли с той стороны, здесь не было, типа с этой стороны 91-го, они такие, да ладно, мы с той стороны шланг кинем, типа, в итоге, типа, не долили, я теперь осторожно смотрю постоянно, вот сейчас посмотрим, сколько должен быть на 1000, 1000 это $20,
Юрчик. Играешься? Играешься? 8. 14 литров почти. Yeah, it's 14 liters now. Юрчик looking for money. Hey, bye-bye. Okay, bye-bye. Короче, да, вот сейчас оно реально на середине. Тогда у меня еще бензин был, притом не полный. Фу, не пустой. У меня уже был бензин, я еще положил на 1000. У меня было меньше, чем сейчас. В общем, надо... Ну, на машине, видимо, у них есть соблазны. На байке никогда такого не замечал. Ну, то есть... Ну, на байке там другие объемы, там и не заметишь. Ну, и там и смысла нет, да, там на 10 песо тебе... ты особо не почувствуешь просто. А с машины реально ощущаю. Полиция. I'm cooking Filipino spaghetti. Filipino style spaghetti. Spaghetti sauce, hot dogs, garlic and onions. Add oil here. It's so hot already. Too much oil. And here's our pasta. I forgot to buy cheese yesterday. And Dimitri don't want to go out to buy cheese. So it's okay. We will not eat spaghetti with cheese. Kita. Now let's add the sauce. Top that with hot dogs, sausage. Let's call this sausage. Okay. It's not delicious without cheese yet. Delicious. It's more delicious than with cheese. Yurchik! Baby! You like it? Baby, you like it? Kusna?